Биссектриса угла А треугольника АБС пересекает описанную окружность в точке К. Надо доказать, что проекция отрезка АК на прямую АБ равна полусумме АБ и АС. Ну, вот проекция. АК штрих. Так, теперь из точки К опускаем отрезок, опускаем перпендикуляр на прямую АС. Еще не умел пойти. Ну да. Точнее, нет, стоп. Не так. Вот. Точка П, она симметрична В относительно К штрих. Она пойдет сюда. То есть К штрих это середина отрезка ПБ. ПБ, да. Отлично. Так. Теперь. И еще, так как. КП – это прямая, которая симметрична относительно АК. Ну, точка П – это симметрична относительно АК. Да, хорошо. Она идет сюда. А почему? Будет угол. Почему? Потому что это биссектриса. Она сначала начала. Да, сначала. Значит, тут угол альфа, да? Это, так как это список, это тут 180 минус альфа. Да, конечно, тут, ничего не видно. Тут 180 минус альфа. Да. Тут тоже 180 минус альфа. Значит, тут альфа. Ну, да. как бы это да, получается да. так. Вот. Значит, поэтому вот это будет равно вот этому. То есть по да. КП будет равно КП. Да, да. Вот, значит, это середина. Ну, все. КК штрих. Ну да, и просто пишем то, что АК штрих равно АП плюс ПК штрих. То есть АС плюс... Нет, потому что АК штрих это полусумма отрезков АП и АБ, это понятно. Ну, это... а АП равно АС. А АП равно АС. Ну, все, вы решили задачу, да. Спасибо.